Хорошее разрешение за сюда! После чего создать 1, 2, 3, 4 на 754. Чё творю? Ты посмотри! Это лемы! Затащил! Эй, здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбербанан. У нас 23 тысячи человек, а для тебя видосик, а именно, как сделать собственное разрешение в Counter-Strike. Все, что нужно, делай как я, AMD, пацаны. Здорово, для вас также подготовился, в конце ролика все будет. Ну и что? Поехали, сделаем царское разрешение. Сегодня я буду выбирать разрешение то, которое я хочу. А ты выберешь потом уже по ролику, какое ты хочешь. А в конце... кого-нибудь-то на моем сервачке-то нагнем. Начинаем. Ну и по традиции, конкурс для тебя, дружище. Первая ссылочка в описании. Халява, скины. Каждую неделю участвуй. Ну а мы начинаем. Панель управления NVIDIA. Начнем с NVIDIA, в конце расскажу про AMD, как я уже и говорил. Итак, бывает такое, что вот эта настройка в «изменить разрешение» не работает. Что нужно сделать? В управление параметрами 3D заходишь и убираешь DSR. Выключаешь и плавность тоже на выключение ставишь. Дальше обратно заходишь в «Изменить разрешение». Здесь также «Применить» нажимаешь обязательно, иначе у тебя не появится этой настройки. Заходишь в «Настройку» и здесь «Выключить». «Включить режимы» надо галочку убрать. Она обычно здесь включена. После чего «Создать». Здесь дальше выставляешь все, что ты хочешь. Будем выставлять, как Серега. Это просто. Просто. 1, 2, 3, 4. Ну, а частота обновления оставим 144. А вот по вертикали... мои любимые цифры — это 7, это 5 и это 4. Вот так оставим. Нажимаем «Тест». Нормально, вам пока не видно, но окей. Вы увидели, да, там был квадратик небольшой, но показало, что заработало. Отлично, галочка стоит, пользовательское разрешение уже есть. И просто нажимаем «Окей». Как я сказал, у меня AMD нет, но у меня есть скриншоты, поэтому по скриншотам быстренько пройдемся. А именно, заходим в AMD Radeon Settings в «Дисплей». Все, дальше переходим в эту вкладку, у нас будет пользовательские расширения, внизу вот здесь кнопочка «Создать». Нажимаем на нее, переходим дальше, и вот здесь уже горизонтальное разрешение ставим свое, и вертикальное разрешение ставим свое. Также «Сохранить» нажимаем, и все, разрешение есть. AMD, пацаны, еще раз привет, я о вас также думаю. И, кстати, напиши в комментариях, какое разрешение ты юзаешь, или какое ты хочешь себе разрешение поставить после этих настроек. А самый залайканный комментарий, который вы напишите, я это разрешение возьму себе и покатаю ММ. И там посмотрим, что будет. После того, когда мы зашли в Counter-Strike, заходишь в настройки, пока стоит у меня Full HD. Но теперь в какой-то из этих вкладок стоит уже твое разрешение. 4 на 3, смотрим. Здесь нашего нет. Заходим в 16 на 9. Нашего нет. И заходим в 16 на 10. 1, 2, 3, 4 на 754. Окей. На весь экран обязательно и применить. Нашли, родненькие, нашли. Ой, как быстро, слушай, он поставился, нифига себе. Ну и поехали на мой сервачок. Повырубаем там ребят. Кстати, IP я оставлю в описании, залетай туда. Там випка. На 30 минут дается бесплатно, попробуешь, там можно даже нож бросать. Это охренительно. Плюс топовые карты. 128 тикрейт. Нереально крутое железо, тебе вообще лагать не будет. Твой FPS даже на 128 тикрейте будет идеальный. Плюс есть скины. Любые, хоть Гунгнир, хоть да вообще что угодно. Драгонлоры, Увой и прочее. Просто восклицательный знак ВС. Ставишь все себе хочешь, да хоть статтрек даже любого оружия. Ну и вдобавок там есть топ-3. И также за 30 часов тебе дается випка бесплатно. Ну и если ты хочешь ее сразу, не парись купить, там совсем недорого стоит. Поэтому, дружище, залетаем туда, и я тебя, кстати, там жду. Я частенько там катаю. Так, надо написать привет всем, чик. Поехали, ну-ка, мое разрешенница, покажет ли красоту? Есть! Слушай, оно реально кайфовое, слышь? Какой ножик, слушай, я тут статтрек еще замутил. Сюда! Чё творю? Ладно, тут понятно, качественно собранный сервак. Ну а теперь с таким разрешением давай пойдем в ММ и посмотрим, как на беркутах это разрешение себя покажет. Надо набить хотя бы 20 килов за игру, чтобы понять о том, что это разрешение действительно рабочее. Пока мне все нравится, крайне редко вот эта позиция проверяется. Хорошее разрешение за сюда! Ну как я долго убивал первого?
Это было очень забавно. Ладно. Неплохо. Ура! Не получилось, но затащил, затащил. Эх, чуть-чуть, буквально одной секунды не хватило. Просто одной. Чё творю? Help! Как можно по 7 кило всем четверым играть? Что мне за команда попалась? Почему это так? Почему это именно тогда, когда я решил покатать? Какого хрена? То есть здесь я не знаю, как вытягивать. Я буду стараться до последнего. Я буду рубиться до последнего. Стейбум. Чекстерс. Что могу? Ты посмотри. Это лемы. Какие это лемы? Чего? Ну а с тобой был Серега, Сайбербанана. Катай на разрешении, на котором катал я, действительно годная тема. Либо напиши в комментариях, какое разрешение ты катаешь. Или какое ты сделал разрешение после моего ролика. И залетай вот это, кстати. Годный ролик для тебя делал. Давай тогда, родной. Давай.